Как делать аэршифты на маге? Что нужно понимать по поводу аэршифтов? Короче говоря, есть две нужных вещи к пониманию. Первое – это то, что после чейз-прыжка ты делаешь переключение на посох, и непосредственно во время шифта нужно развернуть камеру четко на 180 градусов, если ты до этого ровно смотрел на таргет. То есть нужно смотреть именно на цель. Ну, во время шифта нужно развернуть камеру очень быстро и на 180 градусов. И в итоге нужно, чтобы таргет не терялся, чтобы ты всегда смотрел на цель. И тогда вот тут второй важный момент. Когда в воздухе нажимаешь shift, ты телепортируешься вниз. А дальше, если у тебя в таргете кто-то есть, то тебя телепортируют еще дополнительно к таргету по земле. Этот момент очень быстрый, но на замедленном повторе его в принципе видно будет. То есть, если в таргете никого нет, если камеру неправильно развернуть во время шифта с воздуха, то тебя просто телепортируют на землю, и все. Но нужно, чтобы цель была в таргете, тогда тебя телепортируют первый раз на землю и второй раз с земли, уже по земле, к таргету. Это очень быстро, но на повторе видно. Вот еще раз, смотри внимательно. Немного потренироваться, и в принципе будет получаться прямо сходу. Если по каким-то причинам видео тебе понравилось, то поставь лайк, я буду понимать, что видео было полезно, мои старания не пропали даром. Если уж очень хочется, можно даже подписаться на канал, у меня есть цель собрать 100 подписчиков. Я делаю контент по Куцпеллу, комбо, стараюсь последнее время вообще каждый день делать по свежему комбо. У меня также выходят игровые стримы, сейчас Warframe, может в будущем еще какие-то игры будут. Куцпелл я тоже стримлю иногда. Спасибо за просмотр, увидимся!